Хей, окей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру по названию Hollow King. Короче, наша сегодняшняя цель — это начать новый DLC. DLC с вот этими трупами. Ну, помните, вот когда у нас типа экранчик такой, типа, развивался. Такой. Ветерочек был. Ну как, типа, огни вот эти красные. Вот это оно, короче. Так, мы вот сюда, вот видите, не ходили. И да. Высшие существа, эти слова лишь для вас. В наших землях не прячутся свои инстинктные обличия. Пусть все греются в лучах вашего величия. Ведь только в этом королевстве могли возникнуть такие, как вы. Вот оно. Вот оно, наше DLC. Посмотреть. Яркость павшего. Так, где эта яркость? Яркость павшего. Так, воплощает яркость и... Так, яркость и героизм, исходящий на тех, кто столкнется со смертью лицо к лицу. Если носитель близко к смерти, его мощь увеличится. Говорю сразу, этот предмет охерительный. Когда у нас получается с вами... Ну, я уже все амулеты посмотрел, что они хотя бы дают, и все такое. Когда у нас с вами остается 1 хп, у нас урон увеличивается в 75%. Лакаев, да? ребят. Просто 75%. Это что-то с чем-то. Ну, в принципе, все. По идее, DLC должно быть запущено. Если я не ошибаюсь. А я, скорее всего, могу ошибаться на самом-то деле. Полетели. Я почему-то не вижу, что DLC запустилось. Хотя я все сделал правильно. После того, как мы подобрали... Может, мне поставить нужно? Ладно, ну-ка, попытаемся поставить. Только вместо чего? Если будет битва с боссом, то можно убрать вот эти две. Боры тоже как бы мне нужны, типа дополнительный урон, почему бы и нет. Блин, ну это мне сейчас не очень так важно на самом-то деле, да? Да-да-да-да-да. Так, что мне нужно, это... Сейчас посмотрим одну вещь. Так, двоечку стоит, это 4 стоит. Так. Готово. Это затея опасная, но ее нужно сделать. У нас с вами сейчас ровно все 15 хпшенник. Теперь нам нужно отправиться в скрытый вокзал. Мы сейчас сразу делаем две вещи с вами. Мне главное не потерять ни одного хп. Ребят, ни одного хп. Это будет на самом деле очень долго и очень опасно, скорее всего. Мне нужно спуститься в самый низ. Не в самый низ, а ближе к низу самому. Не получив при этом ни одного урона. Сохранив все. Поэтому я не буду спешить. Время у нас предостаточно, еще целых 25 минут. Только это может быть опасно. Очень опасно.
И главное, их восстановить же никак нельзя. Так, не то. Ну и все. Я пришел. По идее должен открыться, у меня 15 хп. Мысли, блять. Пять. 14, блять, у меня только 14. Что мне делать? А что у нас еще на хп есть? Ровным счетом нихера. Просто какие. Если бы знали бы сейчас, как не обидно. Блин. А, летим дальше. Как так могло получиться? Во время отдыха носитель по... Блин, давайте смотреть, если мне... А ну-ка. 5. Блин, у меня мышки тут нету. Вот, 1, 2. Короче, будем так брать. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Даже 16 у меня. А вот теперь можно и отправиться. Главное не сдохнуть. Сдыхаю минус хамиш. Я уже туда больше никак не попаду. С этого камня. Я, главное, отхилиться тоже не смогу. Вот такой вот тоже момент интересный. Давай, поехали. Давай. У меня 16 их уже. Больше, чем надо. Чем мне компас? Лучше бы вместо компаса что-то другое поставил. Отлично, поехали. Теперь главное не сдохнуть. Наша с вами очень главная цель. Вау. Окей. Так. Ниже. О, блин! А, неважно, мы открыли уже с вами. Где я нахожусь? Черт. Да. И хер восстановишь.
Я сдох? Я только что типа сдох, да? Окей, значит, я выбрал не ту сторону. Каеф нам. Значит, я просто выбрал не ту сторону. Оп. 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 Так. Там сокращение пути, да, у нас? Блин, смотрите, если так, то я там мог бы перелететь. А если я там мог перелететь... О, я замечу, что мне эти не забирают. Не, забирают, показалось. Просто у меня их так много, что аж незаметно. Тихо. Осмотреть. Загадочное яйцо. Смотреть. Живительное ядро. Окей. Теперь у нас с вами есть кольца. Нам еще осталось найти каких-то 4 кольца. Вот это кольцо я знаю точно, это связано с нашими гусеницами. Но чтобы его получить, нам нужно собрать всех гусениц. И способность, ну, она офигенная. Мы с вами типа замахиваемся, да, вот мечом. И такой луч света летит. А за остальные вот я не знаю. Честно говоря. Так, подождите, я что-то записывал. Ага, у нас нету песни ткача. Нам нужно в логово ткача идти. Так, найти всех гусеничек. Это у нас уже 2. Потом, метка гордости у нас тоже нету. Это 4. Ярость павшего. Так, это я взял. Облик уны взял. Сердце пустоты взял. Так, получается у нас это минус, минус, минус. И у меня в основном только написано это еще 3. А нам еще как нужно максимум 4. Ой-ой. Чувствую. Я здесь буду надолго. Ну, как именно надолго. Искать долго буду. Последний. Буду искать гусеничек почти. Если считать то, что я не знаю, как достать гусеничку, которая находится в улье, это затянется на самом-то деле надолго. Ладно, что тогда делаем? Я не понял, почему DLC у меня новое не началось. Связанное с трупой теней. Там полетели. Полетели, полетели. Так, карта. А ну-ка, сколько будет сердец? Влезет? Нужно 3. А ну. Ого. Ха, прикидывайся вот так идти на босса. Так, а сколько мне ячеек? Раз, два, так. Раз, два, три, четыре. Мне еще нужно одну ячейку.
Ладно, поехали. Что у меня стояло? Раз, два, поры. Собирательство. Так, нанесение. Область атаки. Все. Ну что у меня было? Поехать. Грязмут. Если мы не уедем, пойдем с... Ну, если сейчас никто тут не появится у нас, отправимся с вами в город Богомолов еще за другим кольцом. Нет. Трупа теней не появилось, значит, я почему-то дался, не могу начать. Из-за чего-то. Так, у меня две, блин. Можно еще немного душ пофармить. Так, логово Богомолов. Где оно у нас хотя бы было, еще нужно тоже вспомнить. Вот деревня Богомолов. Вон, видите, вон там проходик. Вон, видите, вон проходик. Мне нужно вот туда пройти. Туда вас нужно проникнуть. Ближайшая остановочка у нас. Вокзал Королевы. И долгая-долгая прогулка. Долгая-долгая прогулка. Так, отдыхаем и побежали. Так. Блин, главное, что, да, быстрее пути нету. Просто не ищешь быстрого пути. А, нормально, если что, добегу. Вон, шучу их. Ага, так я быстрее, да, дойду? Там мне хотят только и так нужно идти. Порабощают червей у мужиков. От мертвых королевства освобождают оков. Хоть панцири скрыты погребным, господин Гриб вернется из тьмы. Рад видеть, что твой друг теперь спасен. Так значит, ты больше не голодаешь? Да, аппетит у тебя был еще тот. Я был впечатлен. Но все же мы все рано или поздно едем дальше. Возможно, к чему-то большему. Так много можно достичь за столь короткое время. Ох, извини меня. И он свалил. А мне нужно вот этого чувака еще будет найти 7 раз. Да, ребят, 7 раз. Целых 7. Целых 7 раз. Это тоже будет такой у нас момент долгий. Так, ниже. Ниже. И вот с этой стороны у нас... Что мне нужно? Да? А чё я сюда сразу не пошел? Почему? Вон почему. Потому что этот гамнюк мне тогда закрыл двери. Печать Холнеста. Понятное дело, что я могу теперь и туда пойти. Метка гордости.
Так, племя богомолов награждает подобным амулетом тех, кого они уважают. Весьма ощутимо увеличит область атаки гвоздем, позволяет достичь противника ударом с большого расстояния. На самом деле, если соединить вот это и вот этот, у нас будет 40% дальности на атаке. Но, блин, из-за того, что это стоит 3, а этот у нас всего лишь 2, понятно, который у меня будет сейчас выгоднее носить с моими-то билдами. Так, теперь у нас развилка идет тоже в двич. Отдохнуть. Ага, это у нас тоже скамья. Хорошо, допустим. О, бабла, сколько. Так, и все, да? В принципе, можно идти. Так, а теперь давайте думать. Снова же. Где-то... А, гусеничка находит... Это мне нужно вниз идти. Можно пойти за гусеницей. Я, в принципе, даже не против. Такого вот моментика. Уважение. Thanks. Уважение мне. Так. Глубины, глубины, глубины. Так, вот у нас проход. Блин, достань, ты чё? И что, тут вообще зацепиться не за что? Да. Да, я тебе сейчас ступлю немного. Ага, все вижу. Почему ты не залазишь туда? Так, мне нужно. А здесь тоже никуда не пройти. Здесь, в принципе, тоже никуда не пройти. Их поймешь, главное. Да, мне нужно идти. Так, дальше мне нужно. А вниз невыгодно. А, мне вверх тоже не попасть никуда. Ау. Ау. Вариантов нету. Куда идти? Вариантов нету. Блин, ладно. В этой серии что мы с вами сделали? В основном кольца, да, пособирали. Ладно. Тупые твари.
главное, ничего нигде. Еще кокон можно будет сходить. Паучи коконы сраные. Блин, и куда это мне путь тогда приведет? Ласточка, ласточка, ласточка моя. Ласточка моя. Вот ты хочешь привести меня. Можно, в принципе, отдохнуть здесь и закончить серию, почему бы и нет. Не вижу дальше, куда идти. Если что, я колечки могу и сам поискать. Такая уж и большая беда. Хотя, я, по идее, уже нашел, да, то, что искал. В следующей серии мы с вами продолжим. А, нам... Блин, а чё я тупанул? Ё-моё! Эй, ладно уже. Заглупил так заглупил. Дело в том, что... Я-то мог... отправиться в этот... королевы. Я-то мог отправиться в бездну, как мы договаривались, и там начать одну эту херь выполнять, тоже сюжетную. В принципе, можно это наверстать. Так, как они там называются у нас? Окрестности дворца. Это скрытый, да, вокзал? Скрытый вокзал. Да-да-да, это оно. Это нормально. Так. Берем. Сколько ты весишь? 5. Весит он 5. Ну и давай я сниму. Тебя. И компас. Готово. Теперь просто отправляемся. Блин, я не знаю. Это ладно, я так подумал. Давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.